Театрализованное представление игры и конкурсы. Подготовка к Международному дню защиты детей началась в Вологде. Отмечать самый детский праздник будут на 6 площадках в разных микрорайонах города. Некоторые вологжане организуют гуляния даже в своих дворах. Об этом подробнее Мария Поздеева. Это у нас такой зайчик веселый с ярким бантиком. Прекрасная принцесса. Веселый клоун. Совсем скоро эти сказочные герои оживут и отправятся вместе с юными вологжанами в увлекательное путешествие. Старт 1 июня в 12 часов на детской площадке возле дома номер 5 по улице Гагарина. Аквагрим, рисование мелками на асфальте, игры с аниматорами, запуск воздушных шаров. И этим развлекательная программа для вологжан, маленьких и взрослых, не ограничится. Будут разные игры с детьми, вместе путешествуя по странам. И кроме того, талантливые дети нашего района будут выступать. Пока этих детей не так много, потому что праздник мы проводим впервые. Организовать его решили жители улицы Гагарина, чтобы сплотить детей своего микрорайона. Оторвать от компьютерных игр и соцсетей ради развлечений на свежем воздухе. Мы тут встретились с мамочками и решили, что было бы достаточно интересно организоваться и поздравить детей с 1 июня, сделать им праздник для родителей тоже, объединить семьи, чтобы позитивно встретить этот день и, собственно, чтобы дети наши чувствовали, что они всем нужны. Международный день защиты детей в Вологде будут праздновать в разных микрорайонах. На площади Революции, на площади Федулова, в парке ветеранов. Концерт, посвященный главному детскому празднику, готовят и ученики третьей школы для всех жителей Бывалова. Мы готовим сейчас песни, мы готовим танцы, мы готовим игры, развлечения, будут призы, подарки, то есть будут куклы, будет очень весело. Поэтому приглашаем всех. Песни, частушки, танцы – это и многое другое ждет вологжан 29 мая. Пройдет праздник в 18:30 на площадке возле торгового центра на Ярославской, 25. Мария Поздеева, Антон Лукьянов, Вологда портал.